Дышал я морем, и чайки срали мне на грудь. На официальном сайте Объединенного Английского Королевства, вот видите, как интересно, зарегистрировано правительство Российской Федерации под номером, видите, номер какой даден, да, адрес для почтовых отправлений, статус компании зарегистрировано, тип компании зарубежная организация, зарегистрирован 1 марта 2023 года. Вот годовой отчет должны сдать, срок до 14 марта 2024 года. Вот реквизиты компании, регистрация, все есть. Значит, законная форма — Федеральная Республика. Применимое право — Конституция Российской Федерации. Ой, а кто у нас правительство возглавляет? Не, ну не этот, не Путин, нет, у нас правительство возглавляет Михаил Мишустин. Дорогой друг, а ты не хочешь перед народом слово какое-нибудь сказать? А, ах, ну да, вы же ничего народу-то не говорите, вы их просто раком ставите. И здрасте, пожалуйста, перед фактом. Ну и чтобы они лишних вопросов-то не задавали, пойдите вот на могилизацию, на могилизацию. Там вам как раз все и объяснят. А коль в черном пакете обратно приедете, так и объяснять ничего не надо будет. И вот эти вот Z-патриоты, которые орут: «Я русский!» Вот теперь и спросите у своих вот этих вот начальников, какие вы русские и где вы теперь зарегистрированы.